Здравствуйте все. Значит, имеется вот такой вот усилитель Pulsar U001. Когда-то покупался в Новосибирске на Ленинском рынке в 2009 году. Долго его эксплуатировал. Все было прекрасно. Пока. Накрылся один канал, следом второй начал приглушать все. По-видимому, конденсатором. Конденсаторы повысохли. В общем, пришло время его ремонтировать. Решил этим делом заняться сам. Значит, купил конденсаторы. Вот. Значит, усилитель 85-го года. Где-то я находил. Была надпись. Значит, я уже часть работы провел, сделал. На данный момент вот на 63 вольта 2200 кварат я заменил конденсаторы основные, так называемые бочки, как их люди называют. На, если не ошибаюсь, входная плата менял. Два этих конденсатора, к сожалению, дорожки разваливаются. Вот это под вопросом. Вот эту бы плату заказать, изготовить новую. Усилитель очень нравится своим звуком. Мягкий, хороший звук выдает. Есть вот Vega 122. Ну, ее усилитель рядом, конечно, не стоит. Он не тот совершенно звук выдает. Да, платы, к сожалению, не в очень хорошем состоянии. Все приходит уже не в негодность. Значит, заменил конденсаторы, звук появился, все прекрасно. Но дело в том, что здесь регулятор громкости был поставлен уже другой, иной. Вот такой. И он, когда я заменил конденсаторы, он... как бы его ни крутишь, звук в одном положении, в таком не сильно громко играет, так средненько, ниже среднего даже. Вот. До этого я купил вот такой. У кого-то на YouTube я увидел, как человек ремонтирует. Я приобрел такой. Но, к сожалению, вот я не силен в радиоэлектронике. Все это, конечно, надо изучать. И получается так, что вот родной потенциометр, если я не ошибаюсь, так он называется, он, как я понял, линейный. Вот этот ALPS, якобы японский, он, судя по обозначению, везде пишется, он логарифмический. Соответственно, он не подходит. Значит, вчера я впаял его, и что получилось? А получилось то, что примерно, значит, когда его крутишь, щелчки, он щелчками идет. И получается, что примерно 6 щелчков звук чуть-чуть-чуть повышается слегка, низкий-низкий такой, не очень. Потом на следующем щелчке, где-то на 7-м, звук пропадает, и следующий, 8-й примерно щелчок, включаешь резко, наверное, выше среднего, наверное, громкость, практически максимальная. В общем, не знаю, этот я брал на 250 килоом, но многие заявляют, что родной, вообще говорят, что родной на 250 или на 260, там, на 240 килоом. Но вот нашел информацию, что говорят, на самом деле они на 100 килоом должны идти. И вот даже на YouTube я увидел тоже у одного сегодня человека, тоже ремонтировал. Он ставил вот такой же ALPS. Но на 100 киловом. И у него все прекрасно. Ну, теперь придется заказывать другое. Значит, там есть линейный, но другой формы. Немножко по-другому выглядит. Тоже с 8 контактами. Вот буду заказывать теперь его. И такой тоже на сотку. На 100 ом. Посмотрим. К сожалению, родной не найти. Очень сложно. В
вперед была возможность, но я не заказал. Обходилось в 2500. Сейчас где-то в 3500 вместе с пересылкой. Потенциометр родной обходится. Поэтому довольно-таки проблемно это стало. Вот. Ну, а далее, я уже его продолжу теперь, наверное, не раньше конца января делать. Так что дальше обзор сделаю, выложу, все покажу. Вот еще включился, не знаю, музыку такую, не такую, чтобы YouTube не заблокировал. Вот то, как сейчас оно играет. Вот я поворачиваю потенциометр. Вот играет потихоньку. Тишина вообще. И следующий крючок. Вот такая вот ситуация. Не знаю. Попозже попытаемся решить ее.